Привет, привет, ребята. Я уже в машине. Сегодня пятница, и я еду забирать Артура уже из школы. У них сегодня нет уроков. Пятница считается спортивным днем. У них нет, как, я не знаю, общепринятая физкультура. Обычно у них по пятницам это спорт сезонный, так как сейчас конец зимы и начало весны. Они занимаются горнолыжным спортом, потому что мы живем в горном регионе возле Пиренеев. И по пятницам они ездят заниматься лыжным спортом в горы. Уже, по-моему, 3 месяца они занимаются раз в неделю. Эти занятия помогают оплачивать государство, и родители доплачивают 6 евро за каждый сеанс и 1 евро, если нужно брать в аренду каску. Так, в принципе, все предоставляется, в смысле лыжи, крепления. Вам нужно, ребенку, нужно комбинезон и очки, перчатки и маленький пикничок с собой, и они уезжают туда на весь день. Так что зимой это лыжи в Пиренеях, потом весной и летом в бассейн ходят, на ролике, также занимаются, по-моему, теннисом. Горнолыжным спортом здесь, в нашем регионе, занимаются, в принципе, с 1 класса, но у Артура не получается. В бывшей школе, в предыдущей, у него не получалось заниматься, потому что здесь, если учитель не занимается горнолыжным спортом, то и его класс не ездит в горы, и дети не занимаются горнолыжным спортом. И так получилось, что во всех предыдущих классах у Артура учителя или не занимались, или выходили уже на пенсию, и из-за возраста не занимались. У него была одна учительница, которая переболела раком и тоже не занималась этим спортом. Поэтому вот уже только в конце начальной школы, в принципе, первый раз он поехал заниматься лыжами. И, если честно, первое занятие ему абсолютно не понравилось, потому что было тяжело, холодно. И у него не было большого желания ехать туда еще раз, но потом, так как эти занятия, они обязательны, это как просто физкультура, на второй-третий раз он уже был, в принципе, в восторге. Он уже попробовал, уже попривык, знал, что там нужно делать. Ему очень сильно понравилось. Но, тем не менее, каждый раз, ну, я думаю, это как и в любом другом активном спорте, практически каждый раз он приходит с синяками. Ну, ничего, это, я думаю, ничего страшного, это хороший опыт. Самое главное, что теперь ему нравится. Так что у меня уже осталось 5 минут, нужно быстренько ехать и забирать его. Salut. Ça va? Oui. Comment ça se passe? Bien. Assez bien. Pas fatigué? Si. Surtout après avoir porté ses skis. C'était pas dernière fois au ski? Oui. En fait, c'est l'avant-dernière. Pourquoi? Aujourd'hui? C'était l'avant-dernière. Aujourd'hui? Oui. Non. Vendredi, c'est la prochaine séance. C'est la dernière séance. Aujourd'hui? Ils ont dit que c'était aujourd'hui la dernière séance. Sauf qu'après, il y a je sais plus qui, il nous a dit que fallait pas oublier pour non, mais moi, quand j'étais montée au bus, j'ai dit que c'était la dernière séance. Ils ont dit oui. Mais je sais pas, il a dit. Mais aujourd'hui, notre voisin, il a dit que c'est pas le dernier, que c'est la semaine prochaine le dernier. Mais oui, peut-être pour des classes. Non, pour notre... Non, pour tout le monde, c'est pareil. Non, pour notre classe et puis tous les autres qui vont au ski avec nous. Tu vas sur qui ou pas? Non? Tu restes là?
Bah, il reste. Avec toi? Et moi? Tu veux que je reste toute seule? Привет! Как дела? Salut, Brice! Merci beaucoup. Et сегодня он был очень щедрым. Salut. Он мне дал код карточкой 100 евро. Это значит, что я могу купить игры за 100 евро. Все круто. Вылезли тут позагорать, отдохнуть. Приветики. Извиняюсь, что помешала вашему отдыху, барышни. Или месье. Красота? Красотища. Конечно, тут сейчас нету никого, потому что сейчас не сезон делать катамараны. Вот тут есть везде катамараны. Тут. Да, обычно летом мы здесь катаемся на катамаранах. Но еще рано. Да, еще ничего не работает. Нету, ну, для людей, видимо, ничего нет интересного. Да ладно. А просто поглазеть на красоту, спокойствие, умиротворение. Шикарно же. Ну вот. Приехали домой, а у нас на улице пошел ливень, гром и молния. Сейчас окошко откроем. Дождь сумасшедший идет. Там вот в окошко видно немножко гору. Но сейчас вся в тумане. Не знаю, если на видео видно. Сразу резко похолодало, а походу так себе не очень. Молнии сверкают. Слышите? Гром. Жесть. А мы сейчас с Артуром будем кушать горяченький борщик, который я приготовила. Мы с Артуром будем ужинать. Вот я приготовила борщик. Держи ложку. Я заметила, что у нас с тобой какой-то интернациональный ужин. Украинский борщик, французский багет и греческий йогурт. Греческий йогурт мы с Артуром используем вместо сметанки, да? Угу. Так что всем, кто кушает, приятного аппетита! Приятного аппетита!